Друзья, привет! И снова угол берегов, дорога и Глиняный. 16:30. Добрый вечер. Добрый вечер. К этому часу что скажете? На актив было 3 поклевки. Одну вытащил. Неплохая. Хорошенькая, да? Полтора там где-то килограммчика. Хорошая. Мне понравилось. А сегодня тоже, как вот и... Скажем, у соседствующего рыбака много холостых у вас, да? Да. С чем связываете, как объясняете? Наверное, рыба не активна, мороз, и у рыбы не такой нет активности. Вот. И, наверное, сидит она где-то в ямах и ждет, пока ее расшевелят. Вот будем надеяться на субботу. Будет, когда запуск большой. Да, там уже будет шевелёж сумасшедший. И вот будем ждать. Не затруднит, покажете? Да, да, конечно. Это вот последняя, которую взяли, да? Да. Это она и есть. Она меня сегодня выручила. Хороша красавица. Ну что ж, еще есть, наверное... Часок для до полной темноты, поэтому, возможно, он будет самым интересным по сегодняшней рыбалке. Да, не хвастайтесь швеи. Надежда на темноту. Спасибо.